Добрый день! Сегодня проснулась, и зима пришла. К нам тоже пришла зима. Снежок. Но пока я радовалась, пока покушали обед, он начал таять. Даже дождик какой-то такой мелкий начал падать. И... наверное, будет все. Но все равно хорошо. Хорошо. А море вот такая. Уже начинает она волноваться по чуть-чуть. Не такая спокойная. Но еще в тумане. Еще она в тумане. Сегодня воскресенье. Уже люди уезжают домой. Уже немного их осталось. Я как этот Гринч воровал Рождество. Я радуюсь, когда нет людей у нас. Когда отдыхающий уезжает, мне тогда на сердце хорошо. Вот так. Ну, хорошо, когда они приезжают. Так вот, сегодня Паланга вот такая. Есть чуть-чуть снежка. Ветера нету еще, но море уже двигается, уже хотя бы около берега. Там далеко тихо, там далеко мертвая зона. Красиво, не могу. Если не было холодно, так вот сел и смотри, такая бесконечность, как сказать, такая. Хорошо, есть о чем подумать, можно подумать. Так вот, много не буду тут болтать. Если слушаете, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я вас жду. Потому что мой канал не о проблемах, не о бедах, ценах или жратве, а море, природа. Каждый день море, она другая. Погода другая. Ну теперь как-то всю неделю море то же самое, она в тумане. Так вот, ну я что, я прощалась, да? Да. Ну так пока, мои дорогие друзья, гости моего канала, приходите на огонек, будем кофе пить, мечтать у моря вместе. Пока, друзья. Пока. Ух, надо снять перчатку.